Grand Mobile – замечательная игра с охренительным онлайном, но, к сожалению, в ней все же есть некоторые недостатки, главный из которых – малое количество работ. К счастью, разработчики это прекрасно понимают, поэтому активно трудятся над новыми профессиями, которые появятся в грядущих обновлениях. И если тебе интересно, какие же профессии в скором времени появятся в Grand Mobile, ты точно попал по адресу. Амигос, на связи Матвей, извините за шум, у меня проходят ремонтные работы, но это не помешает мне слить вам обнову в Гранде. А точнее, сегодня в этом видео я покажу, какие новые работы появятся в Grand Mobile в самых ближайших обновлениях. При этом я не буду просто необоснованно кидать вам какую-то информацию по типу «в Гранде появится работа пилота, живите с этим», нет. Мы пороемся в файлах игры, и я вам пруфану, что некоторые работы уже частично добавлены в игру. В общем, в этом ролике будет только достоверная информация от самих разработчиков. Но перед этим, бро, если это наша первая встреча и ты тоже играешь в Grand Mobile, обязательно подписывайся на канал. У меня ты найдешь лучшие видео по нашей игре, уверен, они тебе точно понравятся. Бонусом специальный подарок от меня для тебя, промокод Motivcar, который работает на всех серверах Гранда. За его активацию ты на халяву получишь целых 30 тысяч рублей, VIP-статус на неделю, а еще гелик на 3 дня, причем не белый, как у всех, а черный, поэтому это лучшее предложение в игре, обязательно пользуйся. А еще халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получают Флокси и Ризван. Поздравляю, друзья! А если ты хочешь оказаться на их месте, то просто комментируй мои ролики, ведь приз получает первый и рандомный комментатор. У меня все, вернемся к обнове. Для вас это будет большим удивлением, но спойлеры к обновлению уже есть в самой игре. Конечно, обычному игроку их не увидеть, но вот такому админу, как мне, можно. Поэтому заходим на третий сервер, на мой аккаунт Матвей Мотивкар, на котором как раз таки есть ютуберская админка. Теперь прописываем замечательную команду /dem и свой ID, чтобы попасть в медиамир и не мешать обычным игрокам. Что ж, давайте начнем с чего-нибудь простого, а именно новый автомобиль. В файлах игры мне удалось найти вот такую вот машину, которую я, насколько знаю, еще нельзя купить ни в одном автосалоне. Если я не ошибаюсь, называется она Реджера, выглядит вот так стильно, классно, современно. Что ж, давайте ее затест-драйвим и посмотрим, насколько же она быстрая. Вау, разгоняется до сотки в считанные миллисекунды, при этом, кстати, есть один нюанс, что ей просто нереально управлять. Ну серьезно, я вот сейчас попытаюсь повернуть на 180 градусов, и без какого-то заноса у меня этого сделать не получается, это реально как будто не спорткар, а какой-то дрифткорч. Ну, зато она очень быстрая и выглядит футуристично, не знаю. Друзья, пишите в комментариях, а сколько, по вашему мнению, она будет стоить рублей в автосалоне? И первая профессия, которая появится в Grand Mobile, это конюшня. Да, если мы ведем вот такую команду, то сможем получить скин, который почему-то находится в папке конюшня. Не знаю, будет ли это какая-то подработка или полноценная профессия, или может быть это вообще никак не связано с работами, но факт остается фактом. В файлах игры есть вот такие вот замечательные скины этой девушки и такого вот мужчины. Тоже он находится в папке конюшня. Опять же, друзья, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете на этот счет, будет ли это работа, подработка или просто какая-то ошибка. Следующая новая работа в Гранде, или я бы даже сказал новая фракция, это байкеры. Да, я смог найти в файлах игры отдельную папку со скинами байкеров. Есть скин такой вот девушки, есть скин вот такой, уля-ля, тоже девушки из папки байкеры, такой вот мужик, тоже байкер, еще один мужик, только лысый, он тоже является байкером. Ну и последний скин, который я нашел в папке байкеры, вот такой вот, тоже вот такой вот бородатый мужик. Хотели бы вы видеть такую отдельную организацию в Гранде, пишите в комментариях, чем бы она могла заниматься, мне тоже не ясно и было бы интересно узнать. Следующая работа, которая появится в ближайшем обновлении Grand Mobile, это доставщик еды. В файлах я сумел откопать вот такой вот интересный скин с ID 155, и он там прям четко прописан, что это скин доставщика еды. Что-то мне подсказывает, что это обычная профессия типа для новичков, которая будет доступна уже со второго или третьего уровня. Насчет заработка остается только догадываться. Опять же, друзья, пишите в комментариях свое мнение, а какая зарплата может быть в Grand Mobile у доставщика еды. Следующая новая работа, которая опять же появится в одном из ближайших обновлений Grand Mobile, это работа пожарных.
Да, друзья, если я введу вот такую вот циферку, то получу вот такой вот скинчик настоящего пожарного, которого на данный момент в игре вы нигде найти не сможете. Судя по количеству скинов, а их всего два, работа пожарным не будет отдельной фракцией, как я говорил раньше МЧС, это будет просто отдельная работа, на которую можно будет спокойно прийти и поработать. Потому что если бы эта работа была отдельной фракцией, то было бы много скинов от первого там до 10 ранга, а так как здесь всего два скина, и то с мужской и женской вариацией, не остается никаких сомнений, что это будет обычная работа. Следующую новую работу, которую мне удалось откопать, уверен, хочет абсолютно каждый, ведь это профессия инкассатора. Да, друзья, в файлах игры я смог найти вот такой вот замечательный скинчик, скинчик инкассатора, тут даже на спине написано, что это инкассация, и естественно не остается никаких сомнений, что эта профессия рано или поздно появится в игре. Скины в игре уже есть, причем уж очень хорошо проработаны, и я уверен, что в ближайшем обновлении они уж точно пополнят список работ на нашем проекте. Это не будет никакой отдельной фракции, обычная работа, на которую вы также можете спокойно приехать и устроиться, как на водителя автобуса, дальнобойщика и так далее. Заработок, говорю сразу, на ней будет нереально гигантским, но в противовес этому скажу, что она будет доступна как минимум с 15 уровня. Поэтому, друзья, начинайте фармить левел в Grand Mobile уже сейчас, чтобы потом сразу после обновы начать работать инкассатором. Кстати, он быстрее фармится, если ведете промокод Motivcar. Пока что это были все сливы касаемо грядущих обновлений в Grand Mobile. Я показал вам все с пруфами, что смог вот сам лично найти в файлах игры. На вопрос, а когда же выйдет эта обнова, ответ не знает никто, кроме разработчиков. Лично я уверен, оно выйдет в июне и будет называться летнее обновление. А на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр, и если этот ролик был для тебя интересным, обязательно ставь лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, какую работу из этого ролика ты бы хотел увидеть в игре больше всего, ну и чего еще не хватает в Grand Mobile, обещаю, передам разработчикам. А если ты все еще здесь, пиши в комментариях слив, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Рекомендую к просмотру это и это видео на моем канале, и по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей, hasta luego!